цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Но чтобы представить наше предложение дня, специальное предложение сегодняшнего дня, нам нужно погасить свет. Что ж, мы гасим нам свет и видим, что сегодня специальным предложением дня является солевая лампа Zenith для укрепления здоровья. Стала она специальным предложением дня, потому что этот товар полюбили вы, и он стал настолько популярным, что мы решили представить его вам как спецпредложение дня по спеццене от 999 рублей. Совершенно Леночка все сказала, но остается добавить, что это не просто лампа. Это настоящая кристаллическая соль, которая используется исключительно в медицинских целях. Для того, чтобы улучшить при заболеваниях органов дыхания, помочь себе нормализовать сон. Кто страдает бессонницей и улучшить психологическое состояние, борется со стрессом и даже, немножечко забегу вперед, помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Очень интересно, как они, конечно, мы узнаем сегодня об этом все, но еще раз хочу сказать, что у нас есть цена сегодня специальная от 999 рублей и 11 модификаций, которые вы можете выбрать для себя, для своего интерьера. По своему желанию, какая вам больше нравится, заказывайте ее прямо сейчас. Это у нас роза, посмотрите внимание на нее, листик, есть такая, сердце, шар, есть у нас куб, параллелепипед, можете его назвать, звезда, может быть, в детскую поставите такой фонарик. Есть у нас бриллиант, есть у нас пирамидка, вот это мне очень нравится, например, модель. И есть у нас потрясающие такие, знаете, глыбы, да, как будто бы, как настоящие соляные такие вот куски. Их три вида, от 2 до 7 килограмм они у нас есть, можете выбирать абсолютно любой, дозваниваться и оформлять свой заказ. Цена только сегодня от 999 рублей. Но сразу хочу спросить, Василий, вот почему сейчас важно использовать соляную лампу именно дома? Вы знаете, отвечу на вопрос с удовольствием. Дело в том, что, еще раз скажу, повторюсь, уж извините, что эта лампа, этот соляной кристалл, этот оранжевый галит используется исключительно в медицинских целях. Вы помните, наверняка, ходили вы, кто-то слышал, в каких-то городах этого нет. Я личного своего ребенка отправлял в соляные пещеры. Все пошло еще в самые древние давние годы. Была известность соляных пещер. Это очень полезно. Дышать солью, которая вырабатывает кристаллы, которым, сколько вы думали, больше, чем 500 миллионов лет. 500 миллиардов. Большой популярностью пользуются соляные лампы, которые помогают при тяжелых расстройствах нервной системы. Очищают дыхательные пути. При пневмонии очень хорошо. Предотвращают многие заболевания. Это происходит именно так. Когда есть проблемы кожи, дерматология. При бронхите великолепно. Кто астмой задыхается, вот так в горле пишет. И при многих других заболеваниях. Все это соляная лампа, которая прекрасно борется с бессонницей и нормализует при этом артериальное давление. Вы высыпаетесь, вас не беспокоит ни шум в ушах, ни гул в ушах, ни звон в ушах. А как хорошо укрепляет нервную систему. Нервные клетки восстанавливаются, друзья, благодаря соляной лампе, соляному галиту. Вы знаете, это здорово, потому что вот особенно я про бронхиальную астму услышала. Вот, например, я из Забайкальского края, и у нас очень сухой климат, и многие жители страдают именно бронхиальной астмой. Я знаю, что вот и Марина сегодня, которая у нас в гостях, тоже знает эту болезнь, да, Марина? Да, к сожалению, вот и нашу семью посетила, можно сказать, это несчастье. Мамочке моей уже за 70, далеко за 70. И вы знаете, да, у нее часто бронхиты были, а потом примешался аллергический фактор. Вот и как бы вот и диагностировали астму. Вот так вот. А вот, если будет стоять дома соляная, соляная лампа, что мы будем делать? Мы будем выдыхать от нагрева соли, да, которую выделяет эта лампа, и тем самым и сохранять свое здоровье, и противостоять той болезни, которая у нас уже есть. Вот звоните и заказывайте прямо сейчас. Вот, например, смотрите, Василий, вот я у вас хотела спросить, можно ли возле кровати поставить нашу лампу, оставить ее включенной и заснуть? Ничего не будет страшного. Лена, спасибо за вопрос. Не только можно, но и нужно. Еще бы рекомендовал поставить такую лампу в детской комнате. А все почему? Потому что при нагревании, во включенном состоянии, там внутри лампа, она выделяет морской воздух. Вот в этом соляном галите, в этом цельном минерале, которому больше, чем 500 миллионов лет, содержатся древние водоросли, фрагменты. Поэтому морской воздух выделяется. Здорово. Здесь есть даже вкрапление горного хрусталя. Внимание, все это благотворно влияет на наше дыхание, на нашу кожу, на заболевания опорно-двигательного аппарата, потому что снимаются воспалительные процессы. Вот только вдумайтесь, при дерматите,
при псориазе, при заболеваниях бронхолегочных путей, таких как астма, пневмония. Вот посмотрите, как лампа кристаллически, этот цельный природный кристалл, выделяет положительные ионы, которые очищают нас воздух от пыли, от каких-то шлаков, от каких-то клещей, которыми мы дышим. Потому что вот она, откуда как раз берется астма, о которой сказала наша гостья, про свою маму рассказывала. Помните, вдруг дышала, воздух перенасыщен влагой, воздух перенасыщен бактериями, а вот как раз соляной галит впитывает эти влажные бактерии в себя, вредоносные бактерии, очищает тем самым воздух. Поэтому я рекомендую даже, когда вы ложитесь, держать эту лампу на прикроватной тумбочке и помогать себе, и обязательно поставьте в детскую. Конечно, мне это очень нравится, потому что, например, вот когда у меня дочка пошла в первый класс, и она проболела у меня пневмонией. После этого заболевания нам, конечно, посоветовали отправиться в соленую пещеру, чтобы пройти процедуры, восстанавливающие процессы. Но, сами понимаете, в поликлинике, чтобы, например, по полису ОМС пройти такую процедуру, нужно очень много бумаг оформить. Верно. Это некогда. А когда мы идем в платную, то, конечно, платим деньги. У нас, например, стоит 500 рублей одна процедура такая. Да, представьте, сколько нужно их, по крайней мере, 10. Поэтому прямо сейчас мы получаем с вами то средство, которым можем пользоваться каждый член нашей семьи. Это соляная лампа Зена для укрепления вашего здоровья. Цена 999 рублей только сегодня. Это специальное предложение дня. И только в рубрике «Красота» у нас еще и бесплатная доставка от суммы заказа от 3990 рублей. Поэтому можно сразу взять несколько ламп для себя, для близких, каждую комнату и сэкономить еще больше. Конечно. Вопрос, есть вопрос, так, пожалуйста. Можно? Вот мамочки прописали соляные пещеры, но это безумно дорого. Дорого, конечно. Вот 16 тысяч курс. И вы знаете, да, вот купили эти лампы. Я хочу спросить, насколько это, как говорится, вот, ну, не вредно для нее, и долго ли вот этот результат продлится? Мне кажется, это счастье какое-то, вот долго ли это будет? Вы знаете, в первую же ночь, когда будет включенная лампа стоять на прикроватной тумбочке, она скажет вам: дочка, я сегодня выспалась, дочка, мне хорошо дышать. Месяц, поверьте, она вам будет благодарна, потому что рядом с ней есть соляная лампа. Используйте при заболеваниях дыхательных путей, при астме в первую очередь, а при кожных заболеваниях, когда дерматиты, псориазы, лишай, великолепно. При заболеваниях нервной системы любим понервничать, вы знаете, успокаиваются, нервные клеточки восстанавливаются, это соляная лампа, цельный минерал. Ну и, конечно, заказывайте для себя, берегите здоровье себя и своих близких. Звонки бесплатные с любой точки России. Мы любим вас. Будьте здоровы!